Казалось бы, не хотелось, но самое главное в телевидении – это поймать тот самый жареный факт. И это и есть правда жанра. Скажите, вам было бы приятно в субботний вечер на свежевыпавшем снегу приобрести, ну, да, за довольно скромное количество волшебных шабузей снегоход? Нам было тоже приятно, но невероятно было общаться с менеджерами одного из автомобильных салонов города Магнитогорска. Ну зачем такое делать? Ну скажите, ну предупредите, что ну не получится. Не надо напрягать, там, делать какие-то сверхусилия. Ну не можем. Просто распишитесь собственным неумением. Но ради прикола, и недавно получив страховку, честно говоря, захотелось. Ну и снег выпал. И захотелось. Вот сегодня, да, прямо в преддверии выхода программы в эфир, на часах моих, сейчас достану часы, чтобы убедиться уже окончательно, и вам покажу. Так, часы у меня в другом кармане, сотовые. Так, не похоже вообще в машине, ну поверьте мне на слово, что сейчас 5 часов вечера. Время до закрытия ровно час. Деньги ровно в кармане, остаток денег уже оформлен на страховке. И вот мы приходим на Маржани 9, в супермаркет «Автоград». Для того, чтобы покататься на Полярисе и приобрести себе такой замечательный снегоход, тем более на котором можно и на охоту, и по рыбалку. Итак, что нас ждет? Ну, кроме всего прочего, заходя сюда, нас всегда встречает теплом шикарный менеджмент, который готовит снегоход Полярис Switchback. Ну, Автоград никому мозги не пудрит, не завлекает псевдонизкой ценой, вот, и другими предложениями. У Автограда что есть? Вообще выбор техники достаточно широкий. Снегоходы разных видов. Пожалуйста, туристический, пожалуйста, горный. Для суперэкстрима супергорный есть. То есть, ну, подберем любой. Погонять, комфортно отдохнуть. То есть, а сервис? Удовлетворим любой, как говорится, вкус, спрос. Сервис все здесь. Пожалуйста, приезжайте, выездной сервис. Можем выехать, обслужить. То есть все для удобства. Ну, некоторые жалуются, ну, не на вас, а на то, что снегоходы идут комплектами и необходимо некоторое время для того, чтобы их собрать. Что у вас? Могу ли я вот сейчас, вот, прям возжелал, просто, ну, не по-детски, сегодня вечером в горы Башкирии? Не слабо ли мне? Нет, да здесь даже вопрос не в том стоит, что вечером. То есть, пожалуйста, сейчас вот он снегоход. Я думаю, здесь сомневаться в том, что он собранный, то есть, не приходится. На самом деле, да, пожалуйста, ключи. Тут же отписываем ПСМ. Хоть в горы Башкирии, хоть в горы Казахстана, там куда, пожалуйста. Ну что, поехали? Поехали. В очередной раз и с упоением щелкну по носу конкурентов. Ну не надо морщить в муках творчества пятую точку. И в полумиллионнике верещать о своей уникальности. Все придумано давным-давно и не вами. Ну не в моготу, ну хочется хоть понюхать лавры победителя. Пароксизм и центропупия доказать. Могу попытаться иметь свою автомобильную передачу, невзирая на авторитеты «хочу да колик». И на разумное предложение сделать одну автомобильную редакцию в одном небольшом городе мозгов нет. Ну, а мы, доведя ситуацию до абсурда и пользуясь безграничным доверием Автограда, в очередной раз подопустим задравших нос автоспецов и автоэкспертов. Вот так, как всегда, по-жесткому, по-экстремальному, по целине, без дублей, без защиты и в некоторых случаях без мозгов. Потому как опыт-то, конечно, есть, но нарвавшись на арматуру, опыт можно будет похоронить вместе с нулевым свитчбеком. И теперь о ощущениях. Говорили мне, сядешь на узкой гусянке. Да сядешь и на широкой. Вот только килограммов на 100, облегчив Полярису задачу, скажем, и ему нет преград. Так дальше круче и быстрее. Красиво проходить поворот веером, но реально опасно. И есть реальная возможность в лесу стать дровосеком. Без шлема ездить чистое самоубийство. Но это в крови автостопа. И полные штаны адреналина наполняются ездой без очков. В летних джинсах, с кальсонами, разумеется, и под 80 км в час по целине. Ну а если кто-нибудь очаровательный в колготках и мини-юбке повторит оное, а кто-нибудь типа нормальным русским языком опишет эти ощущения, то автостопу пора на пенсию.
где нам, любимым средством зимнего отрыва, будет Polaris Switchback. Ну, скажем честно, конечно, мы все это инсценировали. Но купить Polaris Switchback может любой человек, который имеет среднюю зарплату примерно 25-30 тысяч рублей. И купить его может легко, в нашем любимом Автограде. А для чего еще я сегодня, вот неприспособленный такой, хотя есть у меня и другие штаны, и фирменные ботинки от Поляриса, полез сюда, туда, куда Макар телят не гонял, да для того, чтобы на примере своих подмоченных джинс показать, какая глубина была тех самых сугробов. И вот те неопытные люди, не буду их называть там всякими обидными словами, но которые покупают зачем-то широкие гусянки, техника должна быть мощной, быстрой, такой, как Polaris Switchback.